Медперсонал детской клинической больницы Аксай не стал ждать, когда выделят деньги, придут строители и приведут в порядок одно из ведущих казахстанских лечебных учреждений. Врачи сами собрали средства, купили стройматериалы и, засучив рукава, взялись за ремонт. В детской аксайской больнице запах краски, побелки, идет ремонт. Деньги на замену сантехники выделил медицинский университет имени Асфендиярова, для которого больница с 2013-го стала клинической базой. За 2 года закуплено современное оборудование для операционных блоков и реанимации. А вот на косметический ремонт денег не хватило, и персонал решил сделать его своими силами. Сотрудники деньги собирают за то, что мы вот покраску покупаем, инвентарь весь, то есть лифкас, там краска, валики, колеры. Сами же здесь у нас бригадиры мы, сами же менеджеры, сами же все в одном лице. Работают все, и врачи, и медсестры, и санитары. На субботник даже присоединяются члены их семей. Следующее отделение, вот, которое я вам тоже покажу, это вот там заменили сантехнику. И вот сейчас очень хорошее отделение, даже не скажешь, что это просто был косметический ремонт силами сотрудника. Комфорту и чистоте радуется и мама 7-летнего Саши. У мальчика заболевание почек, поэтому в больнице ребенок живет месяцами. Там вообще было все серое, трещины. Вот так вот как бы стена и звездка вся сыпалась. Там трещины такие были, что вообще ужас. Конечно, по сравнению с тем отделением намного лучше. Здесь лечат детей с тяжелыми хроническими патологиями. Но руководство больницы говорит, ремонт никак не влияет на лечебный процесс. Все операции проходят в плановом режиме. Клинику поддерживают многие благотворительные организации, помогают и волонтеры. Недавно они привезли сюда детские игрушки. Гульнара Умарбекова, Ирлан Шалбаев, 24 КИЗ, Алматы.